Сейчас я покажу вам самые страшные и опасные радиоактивные пятна, которые мне удалось найти в Чернобыле, а также в городе Припять. Поехали! Замеряем уровень радиации по гамма у грейферного ковша в Припяти. Рентген. Норма до 0,3. Село Копачи. База МТС. Вот нашли такую вонящую бочку. Это в режиме гамма. Ты шо, жесть? На 20 миллиграмм, на 22 миллиграмм. Оказалось, нет, вон 4 уже почти. Это шо, нормально. 7 милликов. Это гамма только. Что интересно. Сколько там бета, интересно. Друзья, это самое грязное место в парке аттракционов в городе Припять, в Чернобыльской зоне. Именно вот этот вот люк. Место возле вот этого люка, который находится прямо возле вот этих каруселек. Вот такой вот привал у нас. Все очень классно, прикольно. Сидим в тенечке, жары нету. Ну, все супер, за исключением вот этого вот. Радиация превышена, ну, во много здесь, поэтому сидеть мы здесь много не будем и уходим отсюда. Вот, там вот на железке, там гораздо чище, потому как железную дорогу ее дезактивировали давно еще. Конечно же, там не норма, но там поменьше радиации, чем вот здесь вот сбоку, просто на земле. Ну и вот там по прямой, естественно, сейчас уже не видно, все заросло. Буквально в километре от нас 4-й реактор Чернобыльской станции. Вот вонящая рога на вокре. И тут мы уже попадаем на влияние западного радиационного следа. Вот 800 микрорентген. А так вокруг и не скажешь без дозиметра. Такой себе самый обычный лес. Но это и не странно, потому что радиация здесь 1200 микрорентген в час при норме в 30. Вот, видите, ну непонятно, это от мотоцикла или это от земли. Скорее всего, от земли. Или вместе от земли, от мотоцикла. Вот так вот, собственно, технику, по крайней мере, мотоциклетную, расплющивали тяжелой техникой. И она здесь оставалась гнить навсегда. Фон в костре, почти 6 миллирентген. Радиация продолжает нарастать, вот уже 200. Мы сейчас, скорее всего, пересекаем западный радиационный след, который движется от самой Чернобыльской станции. Нет,
Ну, тут не сильно ситуация меняется. На земле. Здесь видим, что радиометр сходит с ума. Вот, как бы, что здесь находится, неизвестно. Вот, норма считается до 0,3. Сейчас мы уже видим 2,15. То есть 2 микрозиверта или 216 микрорентген в час. Итак, мы приближаемся к реке Илья. Вот так вот она выглядит. Кстати, осенью она выглядит гораздо хуже. Осенью это просто все оранжевого цвета. Видимо, из-за того, что здесь много глины в почве. Вот. А там идет железочка. То есть мы сейчас идем параллельно ей. По вот той вот уже ухудшившейся дороге. Она уже заросшая такая. Вот. Радиационный фон. Ну, можно сказать, что в пределах нормы на этом мосту. Так, посмотрим уровень радиации в селе Речица. Немного повышен. Норма до 30. Ну, 40 еще сносно. Сейчас 56, это уже небольшое превышение. Ну, все-таки мы находимся в 10-километровой зоне. Это считается самым грязным участком зоны отчуждения. Ух ты, весы. Да. Да, когда-то тут вовсю шла работа. Вот, пожалуйста. Тут фонит, тут непросто. Но это не от вещей, это общий фон. Скорее всего, просто. Вот, друзья, гуляем по Чернобыльской зоне. Вот радиация повышена больше, чем 10 раз. А здесь, друзья, смотрите сами. Запах просто жесткий. Видите, вот такие колодцы, это очень ужасные места для диких животных, которые остались жить в зоне отчуждения. Жара неимоверная просто. Солнце смалит, хотя с утра и всю ночь был дождь. Мы идем по вот такой вот хорошей дороге, это очень радует. Прошли уже половину пути к следующему селу, к селу Красно. Прошли мы где-то 5 километров, нам осталось еще где-то, ну, 5,5, может, где-то вот так. Встали возле вот такого озера, это, скорее всего, один из заливов реки Припять,
И видно даже белые 16-этажки Припяти. Припять сейчас находится прямо напротив нас. Через реку Припять. Так что у нас здесь привал. Кстати, нужно же замерить радиацию. Так, радиация у нас здесь тоже не маленькая. 800-900 микрорентген. И даже 1000 бывает. Поэтому засиживаться здесь не будем. Буквально 5 минут и идем дальше. Ну, 800. Вот и радиация, видите, 1,4 миллирентгена или 1400 микрорентген в час. Ну, это и не странно, потому как мы приближаемся к четвертому реактору. Чернобыльской атомной станции все ближе идем. Ну и по радиации у нас будем мерить в самом грязном месте, на колесах. 250 в среднем микрорентген при норме в 30 опять-таки. Ну и опять-таки неизвестно, это машина или это от земли идет. Видите, мы отходим, а фон не спадает. То есть, скорее всего, металл в машине условно чистый, а сама территория заднего двора вот этой фабрики кухни, она заражена. Поэтому, ну это и не удивительно, ведь это находится второй микрорайон города, причем самая южная его часть, поэтому... Естественно, здесь будет заражено. Вот мы на крыше, дорогие друзья. Видно дугу, очень хорошо видно. Хотя она всего лишь в 10 километрах сейчас от нас по прямой. Видно тот самый четвертый энергоблок, накрытый саркофагом. Ну или новым безопасным конфайментом. Ну и уровень радиации на крышах практически везде в Припяти повышен. Особенно здесь. Во втором микрорайоне, потому как мы очень близко стоим к самому сердцу ядерного этого апокалипсиса. Спасибо вам за просмотр. Обязательно подписывайтесь на этот канал и не забудьте поставить лайк. На этом канале все самое интересное из Чернобыля.